И тогда Алтынбай обнажил свой меч и скончался. Вот. Ну вот, дорогие мальчики и девочки, мы с вами уже полностью прочитали книжечку дядечки Самуила Яковлевича Иванова-Заде «Якутские народные сказки». А хорошей все нет! Мы с вами, дорогие мальчики и девочки, уже все 10 сказочек прочитали, а Хрюша еще не появился. Где же наш Хрюша? Где Хрюша наш? Вот, я думаю, дорогие мальчики и девочки, что вам будет очень интересно узнать, что редактор этой книжечки, тетечка Козлодуева. А я тем временем быстренько схожу и поищу нашего Хрюшу. Хрюша, Хрюша, Хрюшенька, ты где? Хрюша? Хрюша! Нету! Хрюши! Мальчики и девочки, я слышу шаги в соседней студии. Это, по-моему, он. Да, это он. Это наш Хрюша. Ну, наконец-то ты пришел, Хрюша. Ну, давай быстрее, Хрюша, располагайся и поздоровайся с мальчиками и девочками. Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мальчики! Здравствуй, тетя Валя! Ой, так это же не тетя, это же дядя. Да, конечно. Здравствуй, дядя Вова. Здорово, Хрюша. Ай-яй-яй, Хрюша, как же тебе не стыдно опаздывать, свинюка ты этакая. Мы же тебя все здесь уже заждались. И вот я заждался, и мальчики с девочками заждались, и вон дядечка-оператор заждался, он тебе даст сегодня. А тетечка редактора уже инфарктная бригадочка увозит. Вот ты опоздал на передачку, Хрюша. Расскажи нам, где ты был, Хрю... А-а-а! А! Это ж не Хрюш! А-а-а! А-а-а! Ку-ку! Ой, боже мой! Слушайте, а вы кто? Аванес! Ах, Аванес! Да! А где Хрюша? Хрюша... Заболел. Ах, вон оно что. Да. А чем заболел наш Хрюша? Свинкой. Ах, свинкой. А вы, значит, Аванес? Да. Ой, господи. Ну ладно, дядечка Аванес Кунаевич. Будем продолжать нашу передачку. Да. Вот вы опоздали. Вы, наверное, были в лесу? Кто, я? Ну да, ви. Да, я там бил. Ну вот и хорошо, вот раз вы там били, ой, господи. Ты расскажите нам с мальчиками и девочками, кого именно вы там это били.
В смысле, конечно, я хотел спросить, что вы там делали? Где? В лесу. В кустах, придурок. А, там, я там сделал. Это я там собирал. Ах, вон оно я что. Я там собирал апельсин, собирал дикий мандарин, собирал гвоздики, собирал куриные яички, собирал. Что ты мелешь, идиот? Какой апельсин? Зима на улице, снег метет, холод собачий. А я и думаю это... Что это я так много собираю, понимаешь, и собираю, да. А ничего нет. Это действительно, мальчики и девочки, я чувствую, совсем ничего руки, нет. Руки убери. Абсолютно. Ой, господи. А скажите, пожалуйста, дядечка Аванес, жираф Рашидович, а где сейчас, например, наша Каркуша? Каркуша, в декрете твоя Каркуша. У Каркуши скоро будут питенцы. Как интересно, правда, мальчики и девочки? Да. Что, серьезно, что ли? Да. Что, в этой нашей Каркуши? А что, она не человек, что ли? Дядечка Аванес, а вот мальчики и девочки хотят узнать, от кого? Ой, Аванес. А ты не знаешь. Дядя, а? Ты мультфильм «Служебный роман» смотрели? Ну, смотрели. От романа. Да, от романа. Рома, я тебя поздравляю. А вы, дорогие мальчики и девочки, напишите нам об этом. С рисунками. Да, с рисунками. Нет, не надо рисунка, что ты мелешь, идиот. Не надо рисунка, мальчики и девочки. Ой, господи. А скажите, пожалуйста, дядечка Аванес, Палат Бюльбюль Алиевич, а как дела у нашего Фили? О, Филька получил новую квартиру. Будку в многобудочном кооперативе. Да ты что? Да. Дорогой Филя, мы от всей души поздравляем тебя. Да. Ведь ты так долго ждал эту новую будку. Целых 14 лет. Хотя собаки так долго не живут. Да. И мы с удовольствием придем к тебе на новоселье. Кстати, дядечка Аванес, а вы случайно не знаете, когда новоселье у нашего Фили? Они уже там 4 часа как сидят, идиот. А что ж ты молчал, сволочь? Так ты ж сам пристал, Каркуша. Да какая Каркуша, они ж вылокили все. А меня куда не поставили, чтобы я ж придешь. Дорогая тетечка редактор. Так вот и гладишь. Дорогая тетечка редактор, покажите нам, пожалуйста, с мальчиками и девочками мультфильм, который называется «Сороконожка и 7 гномов». Боже, Белоснежка в гастрономе. Ну ты смотришь мультфильм, давай. Спят усталые игрушки, книжки спят, ля-ля-ля-ля-ля, а-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 а